С мыслями о Гагарине для 770 школьников Щелковского района минувшее воскресенье на 100% выдалось спортивным. Знаменитый звездный городок, школа имени Комарова, принимала участников 49-го забега на Гагаринскую версту. Торжественным парадом командует заслуженный учитель Российской Федерации Дмитрий Фоменко. Звучат приветствия почетных гостей. Хочешь быть сильным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай. Хочешь полететь в космос – бегай. Все 34 школы Щелковского муниципального района стоят в этом строю. Все педагоги, тренеры, учители физической культуры и спорта находятся вместе с вами. 1067 метров на одном дыхании пробежали школьники с 7 по 10 классы и те, кто занимается в спортивных секциях. Все в один голос говорят, нынешний забег из-за погодных условий выдался, пожалуй, самым суровым. Трасса нормальная, единственное, ветер. Ветер очень мешает. Очень трудно. Что самое трудное? Ну, во-первых, долго бежать и задыхаешься очень часто. Как оценишь вообще в целом свой забег? Ну, оценка 4 из 5. Рассчитывая на холодную погоду, организаторы позаботились о горячем чае и бутербродах. От финиша космической версты рукой подать до старта всероссийского гагаринского забега. В 49-й раз соревнование неизменно проходит на территории звездного городка, цитадели российской космонавтики. И в этом их главное отличие. У дома космонавтов призывно гремят барабаны, легкая разминка перед волнительным стартом. В Рио руководитель администрации звездного выступает с радушным приветствием. Мне очень приятно открывать 49-й очередной забег имени Юрия Алексеевича Гагарина. Я хочу поблагодарить Министерство спорта Российской Федерации и Московской области за предоставленную возможность. Бегуны единой рекой устремились каждый по своей дистанции. Традиционно их было 3, протяженностью в 5, 10 и 20 километров. Первые и заключительные части маршрута проходили по новым дорожкам, реконструированной аллеей космонавтов. Еще одна незыблемая традиция в день забега – возлагать цветы к знаменитому памятнику Юрию Гагарину в Звездном. Сегодня очень много людей, и детей, и уже пожилых, все возрасты были представлены. И несмотря на такую довольно сложную погоду, люди пришли, это радует. Очень много приехало школьников, вы знаете, и это радует, потому что дети приобщаются как к спорту, так и к истории космоса. В эти секунды к финишу приходят спортсмены, пробежавшие 5-километровую дистанцию. Несмотря на довольно-таки ветреную погоду, участников много. Сегодня вышли на старт порядка 800 бегунов. Этот 49-й гагаринский пробег, конечно же, запомнится своими невероятными эмоциями. Первую 10-километровку у женщин преодолела Татьяна Баранова из подмосковной Коломны. Тяжело было, главное, вот это перетерпела. Последние 100 метров, самые, которые тяжелые. Спасибо тренер, что подтолкнул меня. Все. Столько много людей здесь собралось, любителей бега. Я думал, будет совсем немножко, оказалось тут очень даже много людей. Это очень радует. Министерство спорта Московской области разыграло 6 комплектов наград, по 2 на каждую дистанцию для мужчин и для женщин. Для маленьких и взрослых, любителей и профессионалов гагаринский пробег – это возможность проверить свои силы. Это было достаточно интересно. Приятно то, что очень много людей поддерживали. Я пробежала 5 километров. Мне очень понравилось. Дочь бегала, вот тут самое там. Сын в прошлом году бежал. Ну, а сейчас я бегу. Люди охвачены радостным чувством, что побывали в Звездном, на том самом месте, где космонавты прокладывали дорогу в космос, а их современники продолжают исследовать космическое пространство, куда позвал их первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Михаил Налетов, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».